Особняк. Новый номер литературного альманаха презентовали в Севердонецкой библиотеке имени Иосифа Курлата. На его страницах опубликованы произведения немецких, американских, а также украинских писателей и поэтов. Тут напечатана и поэзия наших земляков – рубежанки Елены Самариной и севердончан Татьяны Литвиновой и Иосифа Курлата, которого уже нет в живых. При жизни Курлат писал повести, романы и стихи для маленьких и взрослых читателей, а также перевел более 10 книг с удмуртского, греческого, аварского и других языков. Общий тираж опубликованных произведений – 2 367 400 экземпляров. На нашей земле есть великие поэты, известные не только нашей области. Лично мне было очень интересно об этом послушать, о том, о человеке по имени Иосиф Курлат, о том, о его жизненном пути, о том, что он писал. Этот альманах, он издан в 2017 году, пятый номер, и в нем напечатаны произведения поэтов, писателей Германии, США, России, Украины. И там напечатаны произведения наших земляков Иосифа Курлата, Татьяны Литвиновой и Елены Самариной.